Добрый день! Сегодня нам пришла опять посылочка с Алиэкспресса. Так, давайте вскроем ее и посмотрим, что у нас там внутри находится. Так, будем аккуратненько резать по краю, чтобы не повредить, что у нас находится внутри, потому что мы пока что не в курсе. Так, что это у нас тут? Что это такое? Ах, запаковались очень герметично. О, что это? Ого, у нас тут флешечка. Флешечка 512 гигабайт. Да, вы не расслышались. 512 гигабайт, а не мегабайт. Стоит она $9.36. Флешечка металлическая. Фирма HP. Довольно-таки мелкая, компактная и отлично герметично они ее упаковали. Так, давайте мы ее раскроем, порежем отсюда и посмотрим, какова у нас она на внешний вид. Так. Аж не терпится потрогать такую крутую флешку. Ах, давай же! Блин, до нее не доберешься. Таконьки. И вот она, наша золотая. Вот она. Наконец-то мы ее открепили. Флешка просто офигительная. Она у нас тут с какой-то кнопочкой. Ее можно прицепить к ключам. Или же зацепить вообще себе на шею и ходить с ней. Тут у нас такая вот фигнюшечка. Сейчас узнаем, для чего она нам. Ну вот, ее оттягиваешь на себя и вставляешь, к примеру, туда ключи. И отпускаем. Вот такая вот флешечка. Флешечка для новых разъемов. F3, а не F2.5. Вот, подход для новых разъемов USB. Так как... старые разъемы, скорее всего, ее не выдержат, к сожалению. Вот, так что это на последней компе. И что хочу отметить, флешка пришла очень быстро. Качество, видимо, офигительное, по крайней мере, на внешний вид. И цена очень дешевая. Ссылочку я выложу в описании. Надеюсь, что видео вам понравилось. Удачи!